Традиционно работа в рамках комплекса профилактических мероприятий «Внимание, возраст» начинается с посещения пожилых людей, оказавшихся в социально опасном положении. Взрослые дети, злоупотребляющие алкогольными напитками, после распития очередной дозы спиртного становятся настоящими тиранами для своих родителей. Сегодня в плане участкового 5 адресов. Первый – на улице Мицкевича. Здесь нашу съемочную группу, очевидно, не ждали. Долгое время беседа участкового и просто Юры, как сам себя называет хозяин квартиры, проходила у дверей. Но войти все же удалось. Проживает Юрий со своим престарелым отцом. И время от времени их семейные конфликты становятся достоянием общественным. Такие случаи в районе, к сожалению, не единичны. Проблемы возникают с их родственниками, которые злоупотребляют спиртными напитками и требуют у них денежные средства на приобретение спиртного. Поэтому нередко к нам поступают в дежурную часть звонки на 102 о том, что возникают семейные конфликты. Наши сотрудники выбывают и изолируют данную категорию граждан, составляя при этом административные протоколы, которые потом рассматриваются в суде. Работа с одиноко проживающими пожилыми людьми – еще одно направление. В домах обладателей преклонных лет участковые инспекторы всегда как родные. Бывают здесь несколько раз в неделю, а потому знают обо всех трудностях и проблемах. И, что немаловажно, не остаются в стороне от чужих неприятностей. С собакой, да. Тогда вопросы вы сняли, да. Нормально. То есть тогда беспокойно не давало ночное время спать, которое было тут на строительном объекте, правильно? Да, да. Проблему мы сняли, позвонили, и сразу же, да, проблемы у нас нет. Практически ежедневно правоохранители посещают 5-6 адресов. На каждом от людей в погонах ждут помощи и верят, что обязательно ее получат. Конечно, многие граждане неохотно показывают лицо и рассказывают о своем неприятном опыте. Однако искренне радуются, когда в решении их проблемы ставится большая точка, которая больше никогда не будет запятой.